Нарежечки. Алишер. Так он друг или нет? Ну, я люблю его. Как человека. Да я люблю его. Так друг он или нет? Ну, слишком тяжело ответить, я не знаю. Ну, если не может... Блядь, ну, типа, вас разделяет расстояние. Мне кажется, был бы мы в Москве, вы, типа, общались. Ну, расстояние разделяет людей. Ну, так или Данилыч, иначе... Данилыч, может быть, общался, а вот Алишер с Даниловичем, тут уже другое. Может быть... Только ты считал его своим другом, а тебе нет? Так я не отвечаю на ваш вопрос. Так ты юлишь очень. Ты юлишь просто. Ты юлишь как пассиец, последняя мразь. В чем тебе проблема сказать? Да, он мой друг. Да, я сказал, да, я считаю его своим другом. Да, я считаю его своим другом. Нет, хуйня какая-то, неискренняя была как бы. Вообще хуйня какая-то, да. Я не... Я все думал, я прогонял все ситуации наши в голове. Все это время вспоминал. Сколько всякого... И радости, и гадости было. Когда вы с ним работали, вы относились как к другу или как к работнику? Мне-то надо у него спрашивать. Да что за хуйня, блядь? Ты скажи, он рассказывал историю, знаешь, какую? По своему? Он рассказывал мне историю. Данилыч рассказывал мне историю, как Алишер... Не рассказывать на стриме, правильно? Нет. Ты как минимум его пенис в бане видел, это прям много чего. Это уже дружеское, наш еще не видел даже. Ну, значит, Данилыч рассказывал такую историю. Алишер в бизнес-классе летит, а Данилыч на самом дешевом билете, на самом дешевом экономе, где-нибудь в самом заду. Как только самолет приземляется, отстегивает ремень и бежит к Алишеру в бизнес для того, чтобы его сопровождать. Не дай бог они вот на это накинутся. Но это профессионализм. Профессионализм. Но с другой стороны, если бы он считал тебя своим другом, может быть, он бы тебе покупал билеты в бизнесе? Как минимум, просто открыл билеты. А ты летал с ним на частном самолете? Даже грустно, если честно. Азиз, так вот, друг, друзья уходят из нашей жизни. Азиз, да, мой правда, друг, 100%. Бля, тут вообще не задумался ни на секунду. Азиз что думал? Азиз, что на это скажет? Не сомневаюсь, что ответит так же. Хорош. Азиз, и тут Азиз говорит. И тут нарезка с интервью Азиза. Блин, надо подумать. Товарищ у меня был, Данила Горилла, тоже работал. Знакомый. Знакомый, коллега. Приятель. Нормальный?